Главный врач Центральной районной больницы Енисейска Владимир Арутюнян в родном городе построил небольшой храм. Через 2 недели состоится его торжественное открытие. 2 года назад был разработан план здания, и сразу нашлись инвесторы, которые готовы были помочь при возведении. Да и сами прихожане не остались в стороне. Одни выделили деньги, другие помогали в строительстве. Появился храм рядом с больницей, чтобы больные могли приходить и молиться о здоровье. Уповать только на медицину, наверное, это глупо. У человека самое главное богатство – это его здоровье. Пока он здоров, и вот это ему все в радость.